Всем привет, мои дорогие подписчики! Сегодня у нас будет рецепт, и рецепт котлет, куриных котлет. Итак, для наших котлет нам понадобится грудка, примерно 500-600 грамм сметана, 3 столовые ложки, 100 грамм сыра, 2-3 зубчика чеснока, 1 яйцо и 3 столовые ложки крахмала. После этого мы нарезали нашу грудку на такие как кусочки, для того, чтобы прокрутить через мясорубку. А мясорубку я сделала вот такую вот насадку с более крупными, чтобы были более крупные такие. Она перемалывалась. Итак, вот мы подготовили куриный фарш. Теперь приступаем к дальнейшему формированию нашей основы для котлет. Итак, трем 100 грамм сыра на терке, к нему добавляем 1 яйцо, 3 столовые ложки сметаны, соль и перец. Все это тщательно перемешиваем. К этому составу добавляем куриное филе, затем крахмал, 3 зубчика чеснока, продавленных через чеснокодав. Все тщательно перемешиваем и оставляем на полчаса массу в холодильнике. Разогреваем сковородку и на разогретую сковородку по 1 столовой ложке раскладываем наши котлеты. Разложили мы наши котлеты, дожидаемся, пока они прихватятся с одной стороны, и переворачиваем. Обжариваем наши котлетки до золотистого цвета. Вот такие вот они получаются. Сейчас еще несколько сделаем. Итак, вот такие вот у нас куриные котлеточки получаются. Очень вкусные, очень быстрые в приготовлении. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами была Идея молодой хозяюшки. Всем пока-пока.